Сегодня в Кремле прокомментировали события, которые активно обсуждаются в Москве. Снос торговых павильонов, возведенных в нарушение законов у станции метро. Отвечая на вопросы журналистов, глава администрации президента Сергей Иванов заявил, что поддерживает действия столичных властей. По его словам, у подавляющего большинства владельцев торговых точек были только временные разрешения на строительство. Важное значение имеют и нормы безопасности. Многие сооружения располагались прямо над важными транспортными и энергетическими коммуникациями. Эти гадюшники не имеют отношения к так называемому малому бизнесу, поскольку, как правило, являются рассадниками криминала и антисанитарии. Любой бизнес, будь то малый или крупный, должен прежде всего быть цивилизованным. Давайте к тому же не будем забывать о таких понятиях, как архитектура и эстетика. Этим территориям должен быть возвращен исторический облик, а новые скверы и свободные пространства Москву только украсят. Сергей Иванов также добавил, что, по его мнению, ни парковок, никаких новых строений на месте снесенного самостроя возводить не надо.